По одному из самых популярных в последнее время направлений отправился губернатор Красноярского края Александр Ус. Глава региона сейчас работает в Астане. В Казахстан глава региона отправился вместе с делегацией накануне. Поездка строго деловая. Краевые власти встречаются с республиканскими министрами и чиновниками. Уже провели переговоры с вице-премьером соседней страны и министром науки и высшего образования. По словам властей, стоит задача активнее сотрудничать. В условиях санкций и ухода западных компаний из России эта тема особенно актуальна. До Нового года в Казахстан должна отправиться делегация красноярских предпринимателей. Встречи на самом высоком уровне, и я думаю, что перспективы резкого активизации сотрудничества с Казахстаном и Красноярским краем, они есть. Сегодня в абсолютном выражении показатели наших оборотов не очень высоки, но динамика значительна.